С 27 сентября по 1 октября пройдет молодежный театральный фестиваль «Худсовет». Но подготовка к нему уже активно ведется. Начался второй этап драматургической лаборатории, где более 30 участников напишут свои пьесы. И эта программа для начинающих. Наставником для них станет Вячеслав Дурненков. У нас начинается второй этап лаборатории. На первом обсуждали как бы структуру пьесы, теорию немного задели и обрисовали примерный вектор темы, да, то есть мы выбрали такую историю, что нас больше всего бы интересовала такая тема, как «Я плюс традиция», да, осознание того, что происходит здесь с традицией, каково как бы наше участие. Участники из самых разных сфер, но все влюблены в литературу. После первого этапа они получили домашнее задание – подготовить развернутый синопсис. Поэтому в этот раз они поделились с Вячеславом сюжетами своих пьес. Все вместе они разбирали характеры героев, как и где проходят действия, и делились советами. Пришлось отойти больше в сторону проблем, можно сказать, подростковых, проблем, с которыми мы все сталкиваемся. Основной мотив моей работы – то, что ребенок по наставлениям родителей идет на нелюбимую учебу, туда, куда ему не нравится и к чему у него не лежит душа, просто потому что родители этого хотят. И вот именно основная задумка пьесы в том, что ребенок противостоит этому конфликту, конфликт отцов и детей, то есть он будет выстраивать свою жизнь так, как сам захочет, несмотря на мнение родителей. Главная тема – «Я плюс традиции», но некоторым пришлось отойти от нее. Такого в драматургической лаборатории не запрещают, ведь главное – это осуществить свои идеи, написать такую пьесу, сюжет которой сам бы хотел увидеть на театральной сцене. Замечательно, что можно еще сказать. Синопсис я написал, максимум какая проблема – это с написанием пьесы, но я немножко отошел от темы, так как «Я плюс традиция» именно в мордовской культуре. Это для меня немножко сложно, потому что я сам по себе не отсюда, и у меня немного представления о людях, в принципе, другое. То есть для меня человек есть человек, и на традиции или на что-то такое я, в принципе, не смотрю. Для меня очень разнообразно поработать с драматургией именно театральной, потому что до этого я занимался только своим каким-то непрофессиональным кинематографом. Очень интересно себя попробовать в театре. Это большая возможность для меня и большая честь находиться здесь. Уже в сентябре лучшие работы участников драматургической лаборатории презентуют зрителям в формате театральных читок. Ксения Бебинова, Игорь Гангаев. Наши новости.